Земга Марджоба. Мы продолжаем путешествовать. И сегодня наша страна – это Грузия. И блюдо называется чинахи в горшочках. Нарезаем мясо и придаем ему колер. Нарезаем лук. Нарезаем морковку. Из лука и морковки делаем зажарку. Закладываем в горшочек мясо. Дальше зажарку. Нарезаем картофель. Закладываем в горшочек. Закладываем фасоль. Нарезаем перец. Нарезаем томат. Заправляем горшочки специями. Берем вашу любимую приправу, базилик, острый перец. Нарезаем чеснок. Нарезаем кинзу. Добавляем лаврушку и душистый перец. И завершаем композицию кинзой и чесноком. Заливаем бульоном и отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 60 минут. И наше блюдо готово.